Лучшие молодежные проекты социальной рекламы будут размещены на цифровых экранах города. Это победители конкурса «Живи городом», которые приняли участие в хакатоне по социальной рекламе для студентов, обучающихся по специальностям дизайн и реклама и связи с общественностью. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября, и трех его победителей ждут призы и транслирование макетов на городских экранах. Максимально полезно как мне, так и студентам пообщаться с профессионалами своего дела и подчеркнуть от них какую-то важную информацию, которую в дальнейшем мы бы могли использовать в своей работе. В создании социальной рекламы для меня это совершенно новый опыт, но и также разгон для креатива и фантазии, и, возможно, мои работы оценят по достоинству, и тогда я очень буду рада, что мои работы будут появляться на медиаэкранах города. Социальная реклама, она может показаться иногда немного банальной, да, которая говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но на самом деле она как раз-таки вот этой своей банальностью формирует некие законы для общества. Хотелось бы, чтобы социальная реклама была представлена именно глазами молодежи. Они предлагают какие-то свои идеи, как можно представить те или иные проблемы. Надеемся, что это привлечет большее количество молодежи, специалистов, рекламщиков непосредственно, ну и не только тех, кто заинтересован, те, кто неравнодушен к проблемам, к жизни города.